Добрый день. Добрый день. А как вас зовут? Алла Гавриловна. Алла Гавриловна. Я бывшая учительница этой школы. Саханская. Самарская, вот это. Вы были в школе. Это моя ученица. А у вас, вы какой предмет вели? Математика, физика. Математика, физика. Алгебра, геометрия. А сейчас вы уже лежите. У вас какое-то заболевание, да? Да. Упала там, спину. Травмировала, да? Да. Друзья, сегодня мы находимся в Саханке, проведали пожилую женщину, учителя. Благодаря вашей поддержке вот мы привезли продукты питания. А скажите, вот вы постоянно здесь живете, да? Да, постоянно. Знаем, что здесь сильнейшие обстрелы происходят. Что? Сильнейшие обстрелы происходят. Да. И скажите, а в ваш дом были попадания? Дом особенно не было. Стекло разбивали. Два гаража разбили. Скажите, обстрелы происходили часто здесь? Что-что? Обстрелы часто происходили? Стреляли? Совсем часто. Не совсем, но жестко. Жестко. Друзья, еще раз вам спасибо за то, что вы помогаете людям. Женщина живет с дочкой, если бы одна, не знаю, как бы и выжила. Спасибо огромное, низкий вам поклон. Спасибо.